19 число – это традиционно для всех христиан праздник крещения. Также этот праздник активно отмечают моржи и все любители холодных обливаний процедур. Мы тоже приобщаемся к этому празднику и приглашаем всех алчевцев на крещение. Чтобы праздник прошел более плавно, желательно подготовиться заранее к этому мероприятию, немножко потренироваться, что мы делаем регулярно. Чуть-чуть надо отпить. Ну, с Богом. Что-то вообще не вставило, надо льда добавить. Держи. Немножко льда. Можно со стороны подумать, что это соль, но это лед. В натуре не вставляет вообще. Главное, чтобы да, голову не разбил эти куски льда. Ну это уже что-то. Ну надеюсь, 19 числа все будет еще интереснее и круче. До встречи.